Всем приятной жизни, это психиатр, и мы продолжаем играть героев меча и магии 5. Так, давай, поперла. Куда ты там поперла? Куда ты поперла? А, ты правильно поперла. Так, слышь, чувак, давай дуй отсюда, говнюк. Да. Блин, у нас темная сила появилась. Так, отлично. Так, давай. С потерь. Божественную силу. Так, тут что-то хорошее творится. Что-то больно много всего оранжевого. Так, теперь ты. На, теперь ты пойдешь. Так. Блин, я хотел в подземку сбрать. Так я в какую хотел? В эту? Я и в эту хотел. Блин, а тут я был? Тут я не был. А тут я. А, да, тут я был. Ладно, короче, давай, ну и сюда, наверное, а? Может, там еще замок найдем. Так, все, этот замок галочку. Отлично. Отлично. Хочу туда иду. Так, чё по войскам? На все? А нет, на все. Так. Посиди, короче, тут до следующей недели. Так, стоп и нас. Ага. Что вы встретились, это хорошо. Фури у нас как пушечное мясо, походу. Так, и сейчас я shift зажму. Отлично. Чуиха, теперь ты иди обратно. Так, а ты давай зайди сюда и позырь. О, отлично. Все, вот это последняя часть будет. Я так понимаю. Ух ты ж, ёпта. Не, с Фениксом мы драться не будем. Чё он охраняет? А это фигня. Ну давай, зайди в заставу, может что получится, нет. Ладно, тогда уже купишь кого-нибудь, да? Давай вот это. Блин, хочу не это. Так, ну тут в принципе больше ничего нету, я так понимаю. Можно дуть обратно. Вот, а то, что мы нашли этот, это хорошо. Так, ты сидим. Теперь ты. Ты зайди на конюшню. Правда, уже конец недели. Вечно я на конец недели подхожу в конюшню. Ну ладно. Ничего страшного. Так, и все. Отлично.
Отлично, отлично, отлично. Так. Ой. Отлично. Ой, ты вот тут прям это, как выстроились на меня. А вот и замок. Пустой, кстати. Сейчас мы его на первый день возьмем. Точнее, для него на седьмой, для нас на первый. Или не возьмем? Блин, как к нему подойти-то? Так, ты тоже давай отсюда. Так, чувак, ты тут посетил. Иди давай. Теперь. Где ты вообще? Так, ты вот тут. Давай вот сюда помарнее. Вот тут. Блин, чувак, кстати, ты нам хорошую службу служишь. Вот. О, вот это, кстати. Блин, ну я не знаю, сможет ли эта шляпа понравиться. Так, этот говнюк там коледует. Я вот не пойму, где вход у этого. А, ну, вход где-то с этой стороны. Так, ну пойдемте, пока он войско поступил. Блин, тут нельзя пройти. Ну ладно. Фиг с ним. Так, давай, может у тебя получится, чувак. Нет, драконов не отдал. Тогда к черту это усиливалку. У тебя вещь кушать. Вот, дракон почему не отдам, потому что... Вот, и отдавать на такую фигню. Нет, спасибо. Опа. Чувак, может вынесешь? Фак. Давайте хоть посмотрим, что у него за войско. Блин, ну конечно не вынесет. Бля, что ты меня отбежал? Мы тут даже сходить не успеем, собственно говоря. Чем ладно. Вот, все понятно. Значит, пора обратно тебе идти. Вот, ты, конечно, герой слабый, но у тебя войско. Вот, был бы хотя бы питом драк. Так, тогда давай туда. О, слышь ты. Помощник, ты должен это, короче, припрятать там все. Короче, посиди. Так, а ты? Так, ты. Скупай все войско. Блин, бабло уже кончилось, да? О, нормально. Так, плюс одна фурия, да? И давай куда-то в эту сторону. Бля, ты, кстати... А, ну ты с другой стороны.
Так. Ладно, посмотрим, что сейчас будет. Этот говнюк вымежу. Хорошо. Давай это, скройся там. Сиди, короче. Да. Вот, скотина, я так и знал, что сейчас войско купит. О, в галочку, отлично. Чё по закону? Блин, да мне дадут когда-нибудь это... Кстати, арбуз он. Когда-нибудь заклинание огненный шар, я его хочу взять. Даже метеоритный дождь уже дали. Я бы не дал. А фаербол так и нет. Так, ты возвращаешься, да? Ты идешь войско попросить. Чувак, отойди. Стоп. Ты ж сюда шел. Вот так вот. Это паскуда.